Всем привет, с вами Фоксон, и мы строим наш induction selling прямо под реактором, ой, прямо под турбиной. Суть в чем, мы будем с этой трубы всасывать энергию в наш induction casing, и я думаю, я все-таки это сделаю еще поглубже. Да, все-таки немножко поглубже, потому что иначе я тут вообще не развернусь никак. И дело в том, что мы можем строить его каких угодно размеров. Единственное, что формула одна должна соблюдаться, да, что есть порт, в который входит энергия. Там мы его поставим, наверное. Нам внутрь нужно пихнуть две ячейки. Это у нас advanced induction, ну, induction cell, induction provider. Неважно, как они будут стоять, вообще по барабану. И закрываем кейзингами. Их полностью можем закрыть. Единственное, что нам нужно ставить дырки под... Да, вот он заработал, дырки под порты нам нужно ставить, точнее сделать. То есть у нас должен быть порт для инпата и для аутпата. То есть для входа и выхода. Вот и выход. Вуаля. Я, наверное, все-таки одну дырку перенесу. А, я не смогу перенести, потому что у нас всего высота. Хотя высота у нас вот такая, да, нормально. Вот у нас input и output. Так, касаемо электричества. 3. Мы берем Universal. Я сказал Universal мы сделать почему-то не можем. Забавно. Хорошо. Universal Cable. Раз, два. Три, четыре. И по того. Сделаем вот такие. Отлично. Берем наши трубы. И подводим, вот у нас будет вход. Прямо с турбины будет вход, а выход будет прямо туда же. То есть мы настраиваем, что это выход. И он будет уводить в вот эту систему. Вот сюда. Вход будет у нас вот так вот. Опа. Вот так вот. Ну, точнее, вот так вот. Бляха-муха. Ну, не совсем же так. Ну, что ж ты будешь делать? Ну, типа того. Я не знаю. И эта штука начинает копить энергию. Input у нее идет, output у нее идет. Единственное, что она не может дампить энергию, которая у нее до хрена. Давить? Я ведь прав? Да, так и есть. Но это офигенно огромное хранилище энергии, прям офигенно огромное. Я так подозреваю, что это и есть наше начало второго этажа. Точнее, подвала, как это можно назвать. Ну, типа, что-то типа вот того. Вот, ну, в принципе, энергия копится, и ладно. То есть мы что-то сделали, у нас, мы больше не боимся того, что у нас. Ну, нет, конечно же, боимся того, что у нас. Что-то там бахнет. Смотрим за водичкой, водичка в порядке, генератор в порядке, эта штука. Копит, нормально. Копить она будет долго. То есть у нас есть сколько-то времени, чтобы это все предостеречь. Вот, энергия отдается. Отдает сколько? Вот, input 228 кафетов у нас идет. Output вот по 35. Отлично. Пусть у нас пока полоемые пеллеты всякие вырабатываются. Так, смотрим дальше. Вот мы построили нашу induction матрицу. Смотрим дальше. Нам нужно сделать... Нам нужно сделать это, мы засунем все туда, чтобы оно там хранилось. Дальше у нас по списку идут SPS штуки. Superface Shifter. И нужны HDBE пеллеты. Кстати, по поводу HDBE пеллетов. Они делаются у нас из жидкого этилена. Во, так вот. Ей нужно что-то дать. Не помню, что. Субстрат ей нужно дать, окей.
Субстрат где-то у меня тут копился. Вот он. 2, 3, 4. Субстрат где-то копился. Пускай делает. Ну, я их уже на самом деле делал, потому что какая-то из этих машин, которая нас перерабатывает в ядерные отходы, она требует для крафта эти полониевые штуки. Поэтому я их уже делал. Вот эти вот хэдбэй пеллеты. Итак, все запихиваем туда. Space casing. Чтобы тебя сделать, мне нужно хэдбэй пеллеты. Да, прям все делай. Ух, и нужно их прям супер до хрена. Очень много их надо, прям очень-очень-очень много. Поэтому я, наверное, даже сделаю, знаешь как? Мы сделаем бин. Мы сделаем бин. И заставим пеллеты перекидываться. Из одного места в другое. Потому что это будет очень долго. То есть мне нужно сделать кучу таких пеллетов. Сверху у тебя input, право output, eject. Молодец. Будет очень долго. Есть такая функция интересная, называется empty. Я надеюсь, у меня сейчас ничего не умрет здесь. Отлично. И полетели остатки, сюда закинем. Да, прекрасно. Никаких багов. Ну, нет, я хотел сделать, конечно же. Ну что ж ты. Теперь я не хочу empty делать, я хочу тебя включить. Вот таким образом мы сделаем генерацию. И на самом деле... Я бы запустил реактор прямо на полной мощности. Можно поэкспериментировать, пока у нас кончится место. Место у нас кончится очень быстро. Ой, очень-очень быстро. Ну ладно, я пока займусь, знаете чем? Сделаю-ка я индукшн. Прям самую топовую вот эту хрень. Это займет какое-то время, но это даст мне большой дамп времени перед тем, как у меня переполнится энергия, чтобы реактор не бахнул. Так что скоро вернусь. В общем, глянул тут в Википедию и увидел то, что для крафта Superface Shifter нужно 172 SPS кейсинга. Ой, не 172 этих. 72 такие штуки. 72 такие штуки — это 5 стаков. Ну, вот таких пеллетов. И стака такой вот херни. Это пипец долго. То есть это пипец долго вырабатывать, учитывая скорость. Очень долго. И этого можно достичь при максимальной скорости работы реактора, но у меня сориум еще не наполнился. Ну, на максимум. Хотя рядом. Хотя мы рядом. Вот, и как бы, ну... Буду сейчас тестировать, чтобы, ну, бахнет, не бахнет реактор, не знаю. Но пока буду дальше заниматься крафтом своих штук. И... Вернусь к вам, как что-нибудь придумаю. Ну что сказать, я немножко проапгрейдил вообще хранилище. Теперь тут 307 гигафетов может впихнуться. Так сказать, выиграл немножко времени. Вот, у меня содиум почти наполнился полностью. Это радостно. Совсем скоро мы в теории можем запускать реактор на полной мощности. Но это до тех пор, пока у меня не кончится место под радиоактивные отходы. Вот. Ведь нам нужно 7 стаков вот этой хрени. 7 стаков — это жесть. Это, конечно, полнейший ужас. В теории можем пробовать на 25 врубить, но я боюсь, мы терпим крах, потому что надо подождать, пока у нас полностью заполнится кулон-танк. Но потихонечку можем пощупать, где же у нас граница. Давай 20 влепим. Ничего страшного не произошло. Просто если вдруг что-то страшно произойдет, он
Я боюсь, что он махом бахнет. Я боюсь вот этого больше всего, что я не успею среагировать. 23. Норм. Насчет 25 я все-таки боюсь. Давай 24. Смотри-ка. Жутковато, жутковато, ребята, жутковато. Энергия-то есть куда деваться. Типа дело-то не в этом. Сколько ты энергии делаешь? 548 кафетов, пипец. 125, погнали. Ему вроде норм. Максимальная мощность, реактор работает. Вау, потрясающе. Это потрясающе. Турбина как сумасшедшая крутится, ну да ладно. Тут как бы еще есть куда расти. Место под энергию у нас есть. 571 кафет, ну пипец. Столько энергии, куда, зачем? Оу, май, как быстро ты копишься. Это потрясающе. А, вот этот Radioactive Waste Barrel, кстати. Он в себя вмещает 512 полибакетов ядерных отходов. Это значит, что... Ну, надо будет ставить еще один. И у него есть такая функция. Он может... у него есть время, вот, Actual Decay Rate. Типа один миллибакет за 20 тиков. То есть один миллибакет ядерных отходов он испаряет за 20 тиков. Ну что ж, у нас все работает. Это радостно. Это прям круто. Правда, есть такое свойство, что энергия когда-нибудь кончится. Я тут крафтил, в общем, эти наши кейсинки. Понял, что, во-первых... Ну, не кейсинки, а эти батареечки. Во-первых, понял, что... Ну его нахрен, лучше настроить на автоматизме это все. То есть все-таки поискать слаймов и где-нибудь их убить, найти, там, скрафтить, не знаю. Все-таки это сделать лучше все на автоматизме. А второе, что я понял, что... Нужно очень много ресурсов, а конкретно железа, редстоуна и всего такого. Вот, из железа нужно очень много. Прям капец. Iron ore. Вот, надо настраивать сортировочку всего-всего-всего и бегать по карте, ставить карьеры, чтобы они копали все-все-все, ведь энергии у нас теперь дохренища. А еще придумать, как ускорить вот это все действие. Вообще у меня нет идей даже. Как это все ускорять? Разве что ставить несколько таких потоков. Ну, это единственная пыль, которую я вижу. У тебя я уберу пару апгрейдов. И скажу, работай. Да. Вот, в общем, такие у нас дела. Reset старт. Reset старт. Сейчас все будет нормально. Генерация булыжника пошла. Здесь у нас все выкопало. Надо ферму в другое место ставить. И, в общем, в таком формате мы продолжаем развиваться. А, я тогда пока буду копить наши полониевые пеллеты, потому что их нужно 74 раза по 72, это 5 стаков, и это больно, это очень больно. Вот, так что увидимся тогда, когда это все наделается, и надеюсь, что мне хватит времени до того, как это все переполнится. Очень-очень надеюсь. Вот, спасибо, что были со мной. Это был наш ядерный реактор на максимальной мощности. Это просто обалдеть. Максимальная мощность. И ничего не взрывается. Потрясающе.
Главное вовремя ложиться спать, потому что иначе у нас могут переполниться ядерные отходы. Потому что Solar Neutron Activator, он... Сотый день. Поздравления. Мои поздравления. Solar Neutron Activator активируется все-таки на солнце. Просто солнечная панель. Фух, ну что, глянем? Нет? Кстати, забавно, когда мы запускаем реактор, водичка тут где-то 6 миллионов, она резко такая вниз такая, на несколько миллионов. Вот, спасибо, что были со мной, и увидимся в следующей серии, когда я придумаю, как это все вообще ускорить. Да, наверное, никак, я не хочу здесь, типа, линейные всякие производства строить, несмотря на то, что у нас будет... Это что такое? У нас будет до хрена энергии. Ну, точнее, до хрена ресурсов не хочется. Ну, блин, я не знаю. Я подумаю над тем, чтобы поставить там, а-ля, вот машина, которая вырабатывает там серную кислоту, будет одна. Вон, тут аж миллион, полтора миллиона сульфурикоцидов в этой штуке. И кристаллизатор, там вож, ой, кристаллизатор. Ой, да там не только кристаллизатор, надо все. Вот Dissolution Chamber, начиная с Dissolution Chamber, нужно ставить несколько потоков всех машин, типа там Dissolution Chamber, Washer, Injection, Purification, Injection, Refine. Ну, короче, вот это все надо ставить просто несколько потоков где-нибудь на земле. И чтобы красиво все смотрелось, и пошло в несколько потоков, у меня все сортировалось. Вот, и я думаю, так сделаю. И спасибо, что были со мной, и увидимся в следующей серии. Пока-пока.